Монумент памяти героя России Виталия Талабаева открывают его родители и сын. В 57-й школе теперь будут храниться вещи и фотографии героя, которые предоставили родственники. Это память, которую мы и в сердце, и в голове, и в жизни, и каждый день, как говорится, с этой памятью мы живем. Мы как бы... Это наш образ жизни, который поменялся после гибели сына. Мы стараемся активно участвовать, принести какие-то экспонаты. Это все ведь для молодого поколения, для школьников. Виталий Талабаев геройски погиб, выполняя воинский долг. Обнаружив боевиков, сооружавших укрепленные позиции, открыл по ним артиллерийский огонь. Затем атаковал на боевой машине. Уничтожил миномет противника и автомобиль с находившимися в нем боевиками. При дальнейшем преследовании экипаж боевой машины подорвался на противотанковой мине. Звание Героя Российской Федерации Виталию Талабаеву присвоено посмертно. То, что музей Героя России открывается в новом микрорайоне, и в новой школе, это очень-очень ценно. До тех пор, пока мы с вами любим, ценим и помним наших героев, у нашей великой страны есть будущее. В Самаре более 20 школ присвоено имя героев Советского Союза, героев России. И открытие музеев – это тоже такое знаковое событие. Я всех поздравляю. Помимо музея в Волгаре, именем Героя России Талабаева будет названа одна из новых улиц. Также в Самаре его имя носит 64-я школа. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, «События».